Друзья, всем привет! У меня сегодня выходной, я вот сижу дома, отдыхаю. Поставил себе борщ подогреть, сейчас покушаю. Вот сейчас вечер, 4 минуты 6. И сижу, короче, отдыхаю от работы. Никуда не поехал сегодня, именно, я имею в виду, ну, по Москве погулять, потому что погода такая мерзкая. Вообще ветер сильный. И снежинки какие-то падают. Вот именно. Ну, типа не снежинок, а как. Типа, может, как маленький град такой. Ну, как снежинки и град, и прямо аж. Ну, я утром шел, когда. И прямо аж по лицу бьет, прямо аж больно. Вот. Давайте я вам вид из окна сниму, сейчас покажу. Ночная Москва. Правда, я говорю, тут ничего не видно. Все как в тумане, но сейчас сниму вам. Елки-палки, от фонаря отсвечивает. Фонарь, короче, светит, и от окна отсвечивает, он плохо видно. Ну вот так, видите, немножко видно все-таки. Вон машины едут. А так, я говорю, плохо видно, потому что это за окном все как в тумане. Вот, друзья, так что вот так вот. Сижу, отдыхаю. Давайте немножко свою комнату сниму, покажу вам. Вот кровать моя, на которой я сплю. Ваня, у меня что-то с краном. Какие-то неполадки. Вот вода постоянно течет, надо будет менять кран. Вот закрыто, короче, полностью. Здесь и здесь, да? А вода постоянно течет. Надо сантехнику покупать другую. Тут это уже старенький. Держит. Звук этот раздражает. Он так, как капающей воды. Я всегда в сторону так отворачиваю, чтобы не так шумело. Друзья, давайте я покажу вам, что в холодильнике у меня. Ну тут, короче, мясо у меня, курица. А это вот у меня что? Блин, даже это не помню, что это. А, это грибы мне из Череповца привозили. Замороженные грибы. Тут курица, тут тоже курица. Грудки, короче, куриные. Здесь у меня что? Здесь. Это вот салат с капустой, на который я делал обзор. Он и в кастрюле, и в банке. Такой салат с капустой. Потом сметана вот такая вот. Сейчас с борщичком поем эту сметанку. Ну, хлеб чуть-чуть осталось. Надо, кстати, наверное, за хлебом будет сходить. А здесь у меня что? Свекла, корень женьшеня, чеснок. И груша тут. Надо, кстати, доесть ее. Я уже ее ел. Классная, вкусная груша. Такая офигенная. Груша вообще классная, сладкая. И такая сочная. Видите, такая огромная, прям большая.
Завтра, короче, мне к 8 опять на работу. Числа 20-го, 20-го или 22-го планирую домой поехать еще. Потому что мне там к врачу нужно еще зайти и прививки сделать там. Ну, одну прививку надо еще сделать. Не знаю, насколько поеду, может. Если получится, может, дней на 10 поеду. Может, меньше, может, больше. Ну, уже по дочке соскучился вообще. Хочется ее увидеть. Уже давно не видела. Сколько я, получается, я не видел. Сегодня у нас... Так, сегодня 10 ноября. Да, 10. 10 ноября. А выехал я из дома. Когда? Ну, дней 20 назад я выехал из дома. Числа, наверное, 23-го, наверное, 24-го. Блин, точно я не помню. Ну, примерно около 20 дней я в Москве. Вот, и 20-го планирую опять поехать домой. По поводу груши. Ну, классная она, вкусная, но немножко твердоватая. Есть вообще груши, вот, я ел прям такие сочные, прям тают во рту. А это все-таки немножко такая твердая. Но все равно вкусная, сочная, сладкая. Так вот. Так что, друзья, вот сижу, выходной сегодня и отдыхаю. Кстати, телек у меня тут фигово показывает. Телек нормально, но показывает вообще плохо. Тут такой, ну, основной антенны нету, ну, большой, да? А такая просто обычная антенна. Но она что-то ловит плохо. Говорят, надо усилитель там покупать, чтобы ловил хорошо канал. Вот, вот так вот. Короче, когда я дома, в основном сижу или в интернете, ну, или просто так. Сижу, отдыхаю. Я говорю, хочется, конечно, по Москве погулять, но такая погода, даже не хочется никуда выходить. Вроде бы и мороза нету, да, сильного. Ну, там вот это вот слякоть вся. Такую не люблю погоду. По мне лучше вот такая была бы погодка, пусть даже минус 10, да, но чтобы ветра не было и снежок падал. Самое такое нормальное. А в идеале минус 5. Минус 5, и чтобы падал снег. И вообще тогда классно. Можно гулять в такое... Такая романтическая погода. А вот когда слякоть, я вообще терпеть не могу. Слякоть, грязь, скользко, идешь там, спотыкаешься, падаешь. О, друзья, такие вот дела. Ну, а, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся.